Всем привет! Друзья, сегодня я легко и быстро приготовлю бисквитное печенье с вареной сгущенкой. Печенье по этому рецепту получается мягким, нежным, воздушным и очень вкусным. Такое печенье обязательно понравится и взрослым, и детям. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Не забываем ставить лайки и подписаться на канал. Ну что ж, начнем готовить! Для начала к яйцам добавляю сахар, ванильный сахар, щепотку соли. И теперь все нужно хорошенько взбить миксером в пышную, светлую, такую вот устойчивую яичную массу. Друзья, посмотрите, какая у вас должна получиться пышная, воздушная, вот такая вот яично-сахарная масса. Я все взбивала приблизительно 1 минуту на второй скорости миксера и приблизительно 4 минуты на пятой скорости миксера. Это у меня самая высокая скорость. Сейчас к муке я добавляю разрыхлитель и теперь муку с разрыхлителем порциями просеиваю во взбитую массу, беру лопатку и вот так вот снизу вверх все аккуратненько перемешиваю лопаткой. Муку с разрыхлителем нужно вмешать аккуратно в яичную массу. Муку главное добавляйте порциями, не всю сразу, чтобы взбитые яйца не осели и тесто у вас получилось пышное. Вот такое должно у вас получиться тесто. Видите, оно не осело, воздушное. В то же время оно вот загустело. И теперь полученное тесто я перекладываю в одноразовый кондитерский мешок. Если у вас нету кондитерского мешка, можете использовать обычный фаил или полиэтиленовый пакет. Противень я застелила пергаментной бумагой и теперь на расстоянии отсаживаю тесто. Формирую такие вот небольшие печенюшки. Печенье отправляю выпекаться в обязательно разогретую духовку до 180 градусов. Буду его выпекать приблизительно 10 минут. Печенье выпекается очень быстро. Первую партию печенья я испекла. Вот так оно у вас должно слегка подзолотиться, подрумяниться. Вот такое получается печенье. И таким образом я испеку вторую партию печенья. Бисквитное печенье я все испекла. Оно у меня полностью остыло. Каждой половинке я подобрала вторую половинку по размеру. И теперь вот беру одну половинку, смазываю вареной сгущенкой. И теперь вот так вот соединяю две половинки. Ну вот и все, друзья. Быстрое бисквитное печенье к чаю готово. Вот такое получается румяное, аппетитное печенье. Оно нежное, воздушное, мягкое. Посмотрите, какое оно пористое. Это печенье просто тает во рту. Вот такая, друзья, красота. И главное то, что для приготовления этого вкуснейшего печенья вам не понадобится много ингредиентов, сил и времени. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления печенья и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале.
Всем желаю приятного аппетита, всем пока и до новых встреч!